Бог любит Троицу, видимо, третий раз мне суждено было стать чемпионом. Я всю жизнь об этом мечтал, хотя перед началом сезона, скажу честно, даже не думал, что мы так высоко заберемся. Просто удачно начали, и я считаю, по ходу сезона мы заслужили чемпионство больше всего. Что ты делал в 2004 году в ноябре? Я не знаю, вроде школу закончил. Это в Нижнекамске было. Ты футбол смотрел уже тогда, нет? Ну, конечно. Я подписал первый профессиональный контракт в Нижнекамске. И вот сейчас я в Локомотиве. Здесь мой дом, я счастлив. Сегодня не было шансов не выиграть, правильно? Я считаю, мы сегодня, именно сегодня заслужили. Мы показали чемпионскую игру. И я считаю, выиграли по делу абсолютно. Вообще шансов не дали сегодня.